Новое поколение грузовиков компании Mercedes-Benz – это тягач Actros 1848. Данная модель несколько лет эксплуатируется в Европе и теперь начинает приходить и на российский рынок. Отличается Actros 1848 в первую очередь комфортностью для водителя. Кабина под названием GigaSpace является самой большой и просторной среди этих моделей и среди всех грузовых автомобилей в целом. Ее высота 2 метра 13 сантиметров, у предыдущих тягачей она около 2 метров. Отличительной особенностью, помимо размера этой кабины, является, конечно, наличие огромного количества, опций или оборудования, которое служит для того, чтобы создать идеальное рабочее место для водителя. Как вы видите, посадка в автомобиле практически легковая, да, то есть рулевое колесо регулируется по большому углу наклона, вверх-вниз, то есть любой водитель любого размера сможет в этой кабине комфортно разместиться. Удобная панель приборов, дисплей с множеством необходимой информации в нужное время, да, то есть не то, что там как рождественская елка, то есть то, что нужно водителю, то выводится на дисплей. Несмотря на то, что это коммерческий автомобиль, в нем все равно присутствует кондиционер, холодильник и магнитола, необходимые водителю для большего комфорта. Если вы посмотрите, у автомобиля нет рычага переключения передач, да, то есть передачи переключаются, контроллер находится под рулем, да, то есть передачи переключаются в автоматическом режиме. Все автомобили Mercedes сегодня выпускаются в таком исполнении, да, то есть стандартно, нет никакого рычага переключения передач, все здесь, все управляется легко и надежно электроникой. Новый Actros 1848 и другие современные грузовые автомобили компании Mercedes-Benz были представлены 26 сентября на открытии нового дилерского центра в Пушкино. Почему мы выбрали эту локацию? Она для нас очень идеальная со стороны грузопотоков. Здесь очень высокие грузопотоки на Ярославском шоссе. И на самом деле это место составляет большой комфорт водителям, потому что они везут свои грузы, разгружаются, ведут машину здесь на сервис, где находятся 24 поста, которые сократят время значительно обслуживания этого автомобиля. Они могут в комфортной зоне отдохнуть, выпить кофе, ждать, пока машина будет готова. И потом комфортабельно опять выезжают на шоссе и идут в свой маршрут. Это уже пятая сервисная станция, открытая сетью Global Truck Service. Быть официальным дилерским центром для компании уже не в новинку. И в ближайшее время в России будет открыто еще несколько сервисных станций, принадлежащих сети. Новый дилерский центр, который мы открываем сегодня, оснащен самым современным диагностическим оборудованием, инструментом, что позволяет своевременно и качественно обслуживать приходящую сюда технику. В качестве подтверждения, что сервисная станция Global Truck Service действительно является официальным дилерским центром компании Mercedes-Benz, на открытии генеральному директору вручили соответствующий сертификат. Это не только улучшение имиджевой составляющей, улучшение качества жизни наших предпринимателей, которые смогут обслуживать коммерческий транспорт, не выезжая за пределы территории района, но и создание новых рабочих мест и, как следствие, пополнение, в том числе, бюджета Пушкинского района. Кроме демонстрации современных грузовых автомобилей, для гостей центра была организована выставка. Фотографии и миниатюрные копии первых моделей тягачей компании дополнили небольшой рассказ об истории Mercedes-Benz. Друзья мои, объединилась компания Daimler и Mercedes-Benz, поэтому здесь мы видим как раз-таки дизельный двигатель Daimler, а здесь уже первый трехосный грузовик Mercedes-Benz. А почему это произошло? Потому что в Германии люди уже тогда, аж в 1927 году, стали заботиться о дорогах. И, собственно, грузоподъемность они ограничивали на одну ось, для того, чтобы грузовики не разбивали дороги. Поэтому появился трехосный. На сегодняшний день тягачи Mercedes-Benz пользуются спросом на автомобильном рынке. Исключительный продукт и профессиональное обслуживание клиентов – две главные составляющие компании, которые будут присутствовать и в новом дилерском центре в Пушкино. Евгения Коломиец, Павел Розин, телеканал «Твой».